Традиционный праздник Сабантуй грядет в нашем городе. Он будет 17 июня на острове Татышев. Я думаю, и место, и дата традиционные для этого праздника. У нас в гостях руководитель татарского народного коллектива Ялдыз Гузалия Бекбова. Здравствуйте, Гузалия. Здравствуйте. Представляйте, кто с вами еще сегодня. С нами сегодня мои участники детского коллектива «Йылдызлар» при ансамбле «Йылдыз». Эльмира, Венера, Диляра. Кстати, они три сестры. Да. И Динара. Это наши танцоры. Прекрасно. Ну, если мы говорим в целом о Сабантуе, что это такое для тех людей, которые никогда не видели этот праздник? Сейчас дети ответят. Отвечать. Сабантуй – это день окончания посев. Праздник, то есть честь окончания посев. Угу. То в чем он заключается? Что это за праздник? Как он празднуется? Сабантуй – это, как переводится, да? Праздник плуга. Сабан – праздник плуга. Угу. Вот. В основном после посева, чтобы урожай был плодотворный, люди устраивали себе праздник. И на этом празднике обязательно поздравляли лучших хлеборобов, которые работали во время посевной. Какие традиции есть на этот праздник? То есть что нужно обязательно делать, чтобы действительно посев получился отличным? Веселиться, играть. На этом Сабантуе у нас будет проходить разные самобытные игры, да? Это шуточные игры. Но кульминационным моментом будет это лазание на столб за лучшими подарками. Так. И борьба кореш. Без страховки на столб полезть? Без страховки. Вот мы 10 июня были в Верхказанке, вот прямо без страховки, прямо мужчины такие, знаете, поднимались на столб, выбирали себе самые лучшие подарки. Ничего себе. Ну, это татарский тоже праздник, как мы понимаем. Это татаро-башкирский праздник. Татаро-башкирский. Да, вот оно что. Да. А сколько человек собирается обычно на этом празднике? Ой, ну... Тысячи? Больше. Больше. И надеемся, что у нас тоже будет больше тысячи. Можно будет чем-то угоститься? Да. На Сабантуе у нас угощают чак-чаком. И мы уже второй и третий год уже подряд мы проводим конкурс «Сладкий солнечный чак-чак», где женщины, мамы приготавливают чак-чак уже, разукрашивает, да, вот. И у нас там будет по номинациям самый сладкий, самый оригинальный и самый высокий чак-чак. Ух ты. А он в высоту обычно делается? Ну да, вот если сравнить, есть же муравейник, да, торт? Есть. Да. У нас то же самое. Но сейчас уже, знаете, технология такая, что у молодых мам уже больше опыта, так скажем, да, вот где-то они придумывают, и уже, знаете, вот он уже не как горочкой уже чак-чак, а уже, знаете, вот где... разными да, формами. Да, 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 так, да. Даже в виде чайника есть. Так, расскажите, девочки, пожалуйста, что происходило у нас вот 5 минут назад, когда вы прыгали в мешках? Что это такое? Это одно из развлечений на Сабантуе. Мы прыгаем в мешках. Кто быстрее, за это выигравший и тот, кто немножко отстал, получает призы, чтобы никого не обидеть. Так, ой, то есть приз. Это я. Где мой приз? И на столб лезть не надо, да? Как удобно. Ну давайте сделаем нормальное уже соревнование. Вы-то просто так попрыгали, а сейчас пора уже на новый уровень выходить. Да-да-да, я готовился к этому 7 лет, и вот по размерчику мне подобрали мешок, я надеюсь. Какие, да, да. Каковы, а вообще на самом празднике длинная дистанция? Так, надо туда-сюда прыгать или только туда? Нет, туда и обратно прыгаете. Да, и обратно. Давай, Антон, я буду за тебя болеть. Так, где у нас будет финиш-то, не знаю. Ну, давайте. Давайте, финиш будет у нас. Давайте я встану сюда. Финиш будет у нас на острове Татышев. Мы попрыгали. Давай. Три. Подожди, не-не-не. Давай-ка это. Встанем ровно. Итак, приготовились. На старт. Внимание. Марш. Вот это. Вот у нее прыжки, ты видел? Она как кенгуру. Все молодцом. Ну вот. Все, проиграл, получается. Или еще отыграешься. Давай, рассказывай, какая технология у тебя прыжков этих? Сильнее отталкиваться.
Мне страшно упасть. Тут нашли ноги скованы. Это Леру вам было не жалко. Я-то, пожалуй, все. Слушайте, ну, а здесь надо регистрироваться заранее или на месте приходишь, типа, я сейчас всех выиграю. Нет, там у нас разные локации будут, да, и на разных локациях будут проводиться разные игры, да. Бег в мешках, допустим, да, вот ребята принесли бег с ложкой с яйцом, то есть, чтобы тоже определенную дистанцию надо пробежаться, чтобы не выронить яйцо. А давайте тоже попробуем. Да. Покажите, пожалуйста. Давайте, как это девочки. Будет? Может быть, телезрители сейчас посмотрят нас, и подготовятся. Здесь у нас старт. Давайте, я снова буду. Все, отлично, стоим. А, старт. Так это и не в Внимание, руках. Марш. Смотри, аккуратненько ой, идут. Ой. Так. Оп, молодчинки. Молодцы, ребята, молодцы. А, говорят, что еще и из столицы, из Казани приезжают гости на Сабантуй в Красноярск. Ну, естественно, праздник, как же он без песен, да, без татарских песен, без танцев. Мы ожидаем гостей. Кстати, в этом году у нас Сабантуй юбилейный. То есть 25 лет мы уже проводим на Красноярской земле наш традиционный праздник Сабантуй. Вау! И в этом году мы уже внесли, вот кроме солнечного чак-чака, мы еще внесли шоу-лапшу. То есть молодые хозяйки будут соревноваться, кто потоньше, быстрее будет у нас резать лапшу домашнюю. Ух ты! Ножом? Ну, естественно. Ну, конечно. Это не опасно? Да нет, не опасно. Ведь как раньше вот выбирали невест? Вы знаете, как выбирали? Нет, мы не знаем. Нет, мы и сейчас-то не знаем, как выбирать. Расскажите нам. Невест выбирали. Вот, у кого самая тонкая, самая аккуратная лапшушка была. То есть резали лапшу. Приходишь к невесте, говоришь, покажи-ка лапшушку свою. Да, да, а потом уже сделаем выводы. Да, если у нее так, самая такая тонкая, значит, это хорошая хозяйка. Чего да, себе, вот как это, все да. просто. Ну, давайте пригласим всех красноярцев, еще раз проговорим дату, место и все явки и пароли. Ага, дорогие друзья, 17 июня ровно в 11 часов приглашаем вас на остров Татышев. Приходите, друзей, знакомых, родственников пригласите. Незнакомых, всех ведите. Да, всех ведите. И, кстати, к нам уже в этом году еще приедет диджей еще с Казани. Ого. Будем устраивать дискотеку. Диджей. Жаркие казанские танцы. Спасибо большое. Приходите на Сабантуй, остров Татышев, 17 июня.